have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки, с вами Ладушки, продолжаем Rain World, третья серия, часть, нет, не часть, часть, так это третья часть игры. Хорошо, в общем, спасибо тебе, Слаг, огромнейшее за то, что написал столько ответов, честно, я все прочитал, но честно не все запомнил. То, что я запомнил, что все-таки стараться следовать за желтой соплей, даже если это риск, пытаться открывать, не в спячку. Пытаться открывать новые территории, даже если это рискованно. Вот, например, туда вверх сейчас, это я сейчас ползу к новой территории. Но я же туда не могу попасть, правильно? Или могу? Или там закрыто, подожди. Нет, там закрыто, я не могу туда попасть. Там где я могу пролезть, там светятся три такие лампочки. Поэтому... Ладно. Куда? Фишка иногда в том, что он не всегда показывает. Наверное, стоит полагаться на то, что... через тут, я понял. Наверное, стоит полагаться на то, что он... Там внизу проползти можно. Что-то если по шару. Я разговариваю и забываю смотреть. А, видите, там вот эта фигня зеленая промелькнула. Мне туда, вот там зеленая фигня, но мне туда. Окраина, мне наверх. Ну, давай пробовать. Короче, все-таки главный смысл это именно пытаться следовать за тем, что нам... Вылазь, дружище! Как я к нему упал только что? Вылези. Фух, свали отсюда. Я жив-то остался. А я могу? Да, могу. О, как это сейчас было? Объясните мне, пожалуйста. Че это была за фигня? Почему так случилось? То есть я прыгаю, мне нужно держать кнопку зажатой. Что мне нужно сделать? Ну, то есть, по всем поверхностям я, по идее, могу путешествовать. Все эти палочки и всяк... Вот сейчас. Почему я упал? Почему я не зацепился за эту фигню? Угу. А оно меня сейчас сожрать могло. А что это ты мне сейчас показываешь? Что это за зеленый цветок? Блин, такого раньше не было. Да, я вижу, что желтые сопля мне показывает, что мне надо туда идти. А зеленое это что? По-моему, зеленую я раньше не видел. Ладно. Да ну не под... А, фух, я не насмерть упал. Почему я не могу зацепиться за эту штуку? Сколько времени я уже в этой комнате провел? Уже даже этому надоело за мной гоняться. Он уже такой, а, ну забей, ты вообще дурак. Ну серьезно. Там же я вниз-то никак? Никак. Так. Это же не цікаво. Подождите, ребят. Надо понять, что вообще происходит. Ну, за это он цепляется. А, офигеть! Наконец-то это свершилось, блин. Я не знаю почему, но вот эта штука меня немножечко... О, цветочек. Это мне сказали, это мне надо. Хаваем его. А еще мне бы птичку поймать. И птичку тоже схаваем. О, хорошо. А еще две птички надо поймать. Тогда вообще будет неплохо. Так, там у нас дичь. Давай мы сначала за дичью, наверное, сходим. Хотя мне потом сюда будет тяжело добираться. Нафиг, пойдем. У нас... О, не пойдем. Я пошутил. Наша встреча была ошибкой.
Офигеть. Еще одного. Не сюда. А как? А, вот сюда, наверное. Не попал, не достал. Размонтили дурочка. 4 кулачка. Так. Вверх, пожалуйста, ползи, плыви. Мне не нравится, что они вот так вот падают на землю и вроде как полностью после этого исчезают. Оп. Залезли куда надо. Сверху у нас... Да, мы сейчас пожрем и сохранимся, пофигу, мне хватает. Не вылазь. А как мне жопу туда вниз, вверх, чтобы поспать? Ай, блин. Секунду, ребят. Так, и... Ну, там же было показано, что это убежище, да? А, о! А, точно, 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 в руках же ничего не сидит. Каждый раз забываю об этом. Короче, я говорил в этом в прошлой серии, скажу в этой серии. Я хочу мутировать какого-нибудь пятихвостого шестикрыла, чтобы жрать вот этих вот зеленых ящериц. Но это было бы не только потому, что... Хрена себе, а ты кто? Началась моя дорога к святому, а та дорога теперь что? Чего, блин? А почему мы... Почему меня по разному пути отправили? Копье взял. Поехали. Я каждый раз забываю, что нельзя ничего в руках держать. Надо будет подумать об этом. Так, а мне туда. Ну, отлично. Ого. Какие-то видения прям. Ага, ага. Да-да-да. Я тоже крайне рад тебя видеть. А мы где? А зачем? Там белый какой-то этот пульсирует, видите? Неужели это то, куда мне надо? А как я туда попаду еще раз? Тут у нас локация довольно большая. Но я не вижу способов попасть наверх отсюда, по крайней мере, для меня сейчас. Давайте я-то пройду. Там какой-то комар-переросток. Не-не, погоди, погоди. Иди сюда. А, там что-то красное мигает. А, это он же. А, прикольный комар. Мне понравилось. Я его сожрал, но мне дало 2 поинта. А, точно, точно, мне... Протиснись. Мне вот здесь сейчас через середину и там потом вылезти. Не надо. А можно, чтобы я полз быстрее? Иди вниз. Все, до свидания. Ну, короче, придется как-то от них мансить, потому что если каждый раз просто покидать территорию... Да... Так будет печально. Ладно, нашли новый тип еды. Мне понравилось. Эта штучка была питательной. А, нет, вот сюда надо. Я тут пролезу. О, хорошо как. Давай, поехали. Фиолетовая. Да, мне явно туда. Погодите, это разве не то место, где меня в прошлый раз сожрали нахрен? Ну-ка. А... Ух ты, ё. Нет, ну я тут был, территория-то у меня открыта.
И тут проход только. Точно. И что это значит? Тут ворота как-то открываются, да? А что будет, если я упаду? Куда я упаду вообще? А, ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва, вот все-все-все-все-все, резервуар начал. Смотрите, там подогрев пошел. Нормально. Это мне даст. Так, А, там. Видели? Вон тот. Ага. Смотрите, вот водяные массы сверху. Они сливаются. Хорошо. Я, наверное, понял. Это место я помню, да. Тут мы были. Оно вон туда. Вон там вот то убежище с тремя точками. Хм. Посмотрим сейчас, куда и как мы можем попасть. Чуть-чуть не дожил до убежища. Хорошо. Я сначала испугался птицы, потом... Пойдем. Сначала испугался птицы, потом подумал, что это за синяя фигня, а потом... Да. В этом... А что, кстати, вот эти точечки? А почему? У меня же та карта сверху была открыта. Ой, блин. Ну, то есть, это же была та территория, которую я уже знаю, которую я уже видел. Это же теперь до задницы пере... Ну, да, насчет того, что чекпоинты такие, окей. Я буквально чуть-чуть не дожил. Вот это что обидно. Так, там вот это вот... говнище лазит. С которым мне нежелательно знакомиться. Но оно идет в мою сторону, куда мне надо. Это не очень хорошо. Придется, наверное, рискнуть пока что, сходить за ним. Может быть, метнуть в него эту фигню? Ну и что ты застыл? Че ты на солнышке не нежишься? Слушай, свали, пожалуйста. Отлично. Копье в жопу я ему, конечно, кинул, но... Игра окончена, спасибо. В общем, я не знаю, вот эта фишка с копьем, оно убивает хоть каким-то образом или нет? Ну что... О, вон там есть... Там мои души валяются! А там опасность, да, вижу. Ну и... А как? Я тут, иди сюда. Блин, это фигово.
Дружище. Короче, ладно. Видите, он моментально разворачивается. А если дать ему уползти, то он зависнет там. Что значит то, что он мигает? То, что он больше не хочет со мной иметь дел, вряд ли. Пусть уходит, я его потом вот там хочу на круге размансить. Пусть хотя бы тут посередине сейчас побудет. Охренеть! Да то... Так, а я не могу быстрее! Я что-то не ожидал... Там можно проползти... Я тоже там могу проползти? Погоди! Хрена себе, у меня сегодня смерть за смертью просто. Так, поехали. Я думаю, что я его могу только там по кругу размансить, а там можно забраться? Я тоже могу там забраться? Блин, мои души исчезли. Не подобрал. Печально. Ой, чертов Dark Souls. А, вон мои души сейчас. Ну, типа, мы сейчас в том же самом положении. Уходи. Просто уходи. Все, до свидания. Меня тут нету. Ты меня не видел. Вообще. Короче, ладно, я понял, да. Приходишь на то же место, где тебя убили, там же валяются твои души, их надо подбирать, иначе у тебя вот эта экспа пропадает. Ждем, пока ворота откроются. Вроде как. Если вот так вот стоять, то ты не сдохнешь. Хотя сейчас я уже ни в чем не уверен. Под воду я тоже не особо хочу лезть. Все, поехали. Ладно, очередной дубль. В общем, на поверхности все крайне печально. Что это значит, вот этот значок? Это... Понял. И что? А, да? Офигенно, блин. И при этом я не трачу копье. И это с этой штуки могу жрать сколько захочу, как я понимаю, да, пока я не... Интересно, оно будет после того, как... Так, там наверху тварь. Нина! Не делай так. Ты хочешь, чтобы я там так перепрыгнул? Но я же могу... Минуточку, оно делается с помощью... Не, погоди. Вот так. Все. Спасибо, игра, что напомнила. Вот, значит, вот такие цветки можно открывать. Вон там тоже такой цветок. Вот этого не знал. Спасибо за подсказку, игра. А это у нас... Да, там я сдох. То есть, теоретически... Я могу подняться наверх сейчас. Да, я понимаю, что ты хочешь, чтобы я туда пошел, но тут у нас разница с новыми территориями.
вкусно. Так, тут у нас уже что-то может летать. Стой. Во, это явно новая территория. Я тут ни разу не был. Поехали. Тут можно пропрыгать. Типа, зачем мне пропрыгивать, если я могу просто вылезти? А вон там я могу подняться наверх. Оп. Какие-то красные цветочки. А, да? Нет, 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 нет. Ладно, цветочки. Жемчужина. У меня же нету 10 рук. Ладно. Может, как-то эти красные цветочки можно, чтобы потом их сожрать. Я просто сейчас не могу. Минуточку, а я могу... Офигеть! Вот что это. Окей. Выглядит как что-то крайне полезное. Firecrackers, отлично. Так, здесь можно уехать куда-то. Вот где я оказываюсь. Хорошо, идем тогда спать. Ну, грубо говоря, новый шорткат мы открыли. Там фигня идет, фигня идет. Ту-ту-ту-ту-ту. Скорей. Оп. Интересно, меня... Мне оно урон нанесет? Меня оглушает, но я вроде живой. Я вообще в спячку впал. Оглушенным. Ну хорошо. Так. Странник и святой. Окей. Берем остатки. Жалко, что я в убежище не могу карту посмотреть. Или могу, сейчас посмотрим. Не, не, не. Каждый раз, когда я начинаю смотреть карту, я просто моргаю глазами. Я нажимаю просто тык-тык-тык-тык. А погодите, получается, что каждый раз, когда я воскрешаю имидж карты, это я ее вспоминаю? А почему он так медленно открывается? То у меня доступ к серверу, к моей памяти такой короткий. Хорошо, мне нужно наверх пожрать теоретически. Давайте, если без... Без приключений это не обойдется. Я в сейф-зоне, уйди от меня. Иди от меня! А, прикиньте, здесь... Да ну... Ну хорошо, 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 хорошо. А что я ему сделаю? Подожди. Вот серьезно, вот, ну, проснулся я, и чё? Душ надо подобрать. Жри. Ладно, душу подобрали. Жрачка наверху есть?
Есть. Тогда поехали хавать. Хотел сказать, что я сейчас поеду, поем, пока меня никто не убил, но... А, блин, тут опять эта фигня. Ну ж, блин, пока не сожрет, не успокоится. Фиолетовая фигня. Не, отпусти, отпусти. Да отпусти ты! Он не может есть, пока одной рукой держится. Вот в чем прикол. Сожрал. Ага, привет. Вспомни, оно вот и оно. Я копье получил? До свидания, дегенерат. Отлично. Все, похавали, можно проползти и потихонечку еще раз спать свалиться. Как практически удачно это все получилось. Так. Копье в стену. Жалко, что копье просто положить нельзя. Его втыкаешь, и в редких случаях оно типа нормальное. Хорошо. Теперь нам куда бы нам сходить? Если вокруг вот так вот по низу пройти, то можно или сюда, или сюда. Да, так, резервуары с водой. Это, кстати, разные резервуары с водой, так я понимаю? Да, здесь одни резервуары, а там другие. Вот эта вот часть улицы, мы прошли по стенке и мы дошли до верха. Но вот как сюда попасть, я пока не знаю. Там наверху сейчас тоже делать больше нечего. Значит, сейчас вниз, вниз и направо, по возможности, если не сожрут. Тут сейчас все втыкается, в если не сожрут, потому что очень часто ты оказываешься в максимально невыгодной для себя ситуации. Да, мне туда. Спасибо, оно туда пошло, и мне туда. В принципе, совпадает с моими планами. Оно-то ползает, кстати, где хочет, а я где хочу ползать не могу. Вот в чем проблема. Мне вниз? Погоди. Не падает настолько. Угу. Я тут в своеобразном тупичке. Почему мне вниз? Вон в тот низ, который. Ой, смотрите, там есть новый сейфхаус. Вот этот вот, которого я еще не видел. Может попробовать туда добраться? Офигенно я вылез, да? Кыш отсюда! И они сидят и не двигаются просто, зырь.
Я им сделать ничего не могу. Тот внизу застрял, этот прям на выходе застрял. Красавчики. Так, там зеленая сопля. Тут фиолетовая. Они дерутся. А пока они дерутся, я свалю отсюда. Так, а где мы? Там жемчужины внизу. Так, с жемчужиной что-то нужно сделать. То ли я сам... О, копью. Я ее сожрал. Ну, как минимум. Давайте так. Тут, по-моему, все нужно пробовать на зуб, поэтому да. Хрена сесть, что тут происходит-то? Это чувак в страхе сбежал от него, что ли? А, не-не, оно сюда идет! Нет, оно не сюда идет. Так, там зеленая фигня. Зачем ты копье втыкнул-то? Ай, дружище, я кнопки перепутал. Но тут есть Firecrackers, хорошо. Жрем. Хомячим просто по полной. Иди сюда. И это тоже жира. Минуточку, за нами тут придут или нет? И где там... там будет где-то сейф-хаус? Потому что мне показывают, что мне надо туда, но там вот этот проход по улице, он вообще отвратительный. Я же сейчас сдохну, во-первых, что души валяться будут, черт знает где. А во-вторых, мне бы сохраниться-то бы как-нибудь. А проблема, наверное, еще в том, что я даже не, наполовину не понимаю, как здесь работает стелс. Зачем ты оба выкинул? Я зачем ты выкинул оба? Блин, из него какие-то сопли лезут. Не-не-не! Давай, ниндзя-мув просто. Хопа! А, это можно жрать! Какие-то глаза, еще какая-то фигня. Так, нам сюда. Ага, и тут. Нам вон туда дальше, там мы дальше еще ни разу не были. Тут какие-то белые мотыльки, светлячки, непонятно что за животные. Нет! Нет! Нет!
Все-таки сожрал. Во-первых, ладно, черт с ним, что он меня сожрал. Как мне наверх добраться? Я здесь не вижу. Вон там перекрыто, я не могу никак наверх заползти. А как здесь можно по-другому наверх-то забраться? Карту это, конечно, посмотреть не могу уже, потому что меня съели, ладно. Более-менее я думаю, что я разобрался, как с этими ребятами поступать. Ну вот он же пролазит! Погоди, он же пролазит, я что, просто не поместился каким-то образом? Там есть проход? Если там есть проход, это все меняет, нужно было просто аккуратненько его перемансить. Я там на панике пытался в него копье кидать, зачем-то ждал его, а не надо было этого делать, нужно было просто пролезть наверх и уползти. По крайней мере, игра ведет меня сюда. Знаете, в чем прикол? Давайте я, наверное, сейчас на этом игру закончим. Ну, эту серию. А в следующей серии я, наверное, начну не с убежища, а, наверное, начну вот с вот этого момента. Короче, посмотрим, как пойдет, потому что тут у нас складывается фишка, как с Фернхангер, что сохранить за 3-9 земель и довольно сложный геймплей. Я не против сложного геймплея, здесь он к тому же увлекательный. Почему оно все трясется? Что вообще происходит? Это такое. Хорошо, ладно. В общем, попробуем. Вода, дождь, ливень. Мне интересно, это именно дождь или это какие-то водяные резервуары прорвало? Нет, это не похоже на дождь. В общем, ладно. Посмотрели еще такую интересную штучку. Попробую вернуться сюда за своими душами. Охренеть. Это что такое вообще? Это произошло бы в любом случае, или это произошло, происходит только, по-моему, после моей смерти? Вот в чем еще прикол. Гул нарастает, слышите? Это максимально странно. Нет, я понимаю, что, конечно, игрушка называется Rain World, дождливый мир. Но вот это... И есть ли смысл ждать дальше? У вас там сейчас, наверное, минус уши, извините. Я скипну. Продолжаем, но на самом деле не продолжаем. Я думаю, что да, на этом серию будем заканчивать. А-та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 . Интересно. Мне очень интересно, что будет дальше. Немножечко смущает, что мы могли бы пойти вниз влево. У нас там было недалеко убежище, которое мы еще не открыли. Но я пошел направо по отметкам. И там очень долго не было убежища. Так и напрашивается, кстати, мысль о том, что это костер. Долго не было костра. Вот. Вся эта аналогия с темными душами... Она очень прям витает в воздухе. Я думаю, вы меня за это не осудите. Ладно, ребятушки, все, давайте тогда заканчивать. Увидимся в следующей серии. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.